электронные услуги. Я передаю слово заместителю министра труда и социального развития Афанасию Васильевичу Постникову. Доброе утро. Министерство труда и социального развития, в этом году знаменательная дата, это 100 лет социальной службы. Я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и поздравить наших работников нашей республики, которые заняты в социальной сфере. По электронным услугам в нашем министерстве предоставляется 57 услуг, которые необходимы для населения, жителей Республики Саха-Якутия. И разного рода услуги предоставляются, такие как выдача направлений на реабилитационные центры инвалидов, это и выплата государственных единовременного пособия, ежемесячной денежной компенсации гражданам, ну и многие другие государственные услуги, которые у нас есть, предоставляются через портал государственных услуг. Буквально недавно указом главы республики об инновационном и цифровом развитии Якутии, Республики Саха-Якутия, был указ, где в поддержку наших государственных услуг будет увеличиваться возможность людям, которые будут получать государственные услуги через электронный портал. И мы надеемся, что в связи с увеличением скорости интернета население нашей республики будет доступно электронные услуги в любом виде. Ну и для того, чтобы обеспечить полностью скорость предоставления государственных услуг в нашей республике, сейчас правительством республики проводится большая работа по введению системы ЭГИСО, так называемая, это единая государственная информационная система социального обслуживания, обеспечение, где вот все базы данных наших основных представителей будут сформированы в одну базу. Это такие, как пенсионный фонд, налоговая база, это и наши регистрации, да, земельных, и все это будет сведено в одну единую базу, что даст возможность нашим жителям сократить сроки предоставления государственных услуг. Ну и, конечно же, нашим министерством проводится приведение в соответствие нормативно-правовых актов, которые дублируют, да, и на уровне правительства Республики Саха-Якутия проводится межведомственная комиссия, которая прослеживает вот, в течение этого года, в конце года мы должны закончить приведение соответствия, да, этих услуг. И я думаю, что с января 2019 года все услуги, которые у нас предоставляются населению, будут предоставлены в полном объеме в электронном виде. Хорошего дня! Спасибо, Афанасий Васильевич. Напомню, в нашей студии был заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Афанасий Постников.